Ну вот она, любимая наша кухня. Костя уже что-то ест, хотя Чаба еще даже рта не раскрыл. Молодец. А мне особого приглашения не надо. Но я, честно, я по вам уже соскучился. А мы как по тебе, Чаба. Костик, что, как ты думаешь, что у нас сегодня будет? У нас клубника, сыр, у нас какая-то французская экзотика будет, деликатесы. Да, у нас будет очень крутая экзотика. Мы запанируем самый известный французский сыр камамберт. Ты поэтому говоришь «мэ». Прям как француз. Давай посмотрим, где ты этот камамбер покупал. Я любой камамбер есть не буду. Саша француза. Сегодня, друзья, будем панировать знаменитый французский сыр камамберт. Вот она у меня в руках. И нам еще понадобятся обязательно сливки и сухарики панка. Идемте дальше. Панированный камамбер классически всегда подается с каким-то фруктовым или с ягодным топпингом. И для этого я возьму коричневый сахар. Идемте дальше. Знаменитый французский сыр камамбер сегодня мы будем панировать в восточных сухарях, который называется панком. Идемте дальше. Для украшения, как всегда, возьму, смотрите, такой красивый украинский микрогрин. Это рукола и амарант. Идеально подойдут на украшение камамбера. Обещал, что будет топпинг для камамбера. И возьму вот такую красивую клубнику. Херсон из Херсона. Херсонцы молодцы. Заберем. Обязательно нам нужен апельсин. Ягоды и апельсин есть. И наш секретный ингредиент. Смотрите, имбирь. Посмотрите, какую фишку из него сделаем. Для ягодного топпинга нам еще обязательно надо купить мяту. Вот она у меня в руках. Идемте домой и будем панировать камамбер. Для приготовления сыра камамбер в панировке с клубничным топпингом понадобится сыр камамбер 150 грамм, яйца 2 штуки, сливки 30% 50 грамм, панировочные сухари 50 грамм, клубника 250 грамм, коричневый сахар по вкусу, микрогрин, мята пару веточек, апельсин 1 штука, имбирь пару слайсов, сливочное масло 50 грамм, масло подсолнечное 150 грамм. Настюша, давай сделаем клубничный топпинг с коричневым сахаром, с имбирем. Ты нормально мне скажешь, что надо сделать с клубникой? Вот, клубникой надо вот большие разрезаем пополам, разрезаем, а маленькие чистим. Оставляем целиком и вот перекладываем вот сразу вот сюда. Ты что хочешь сделать? Я, наверное, буду с вонючкой-то работать. Это еще, кстати, не самый вонючий, скажи. Это нет, нет, это вообще не вонючий. Давай, разбивай тогда яйца. Давай две, может даже, давай три, давай три. И хорошо взбивай. Солить, я думаю, что не надо, потому что у нас сыр соленый. Смотри. Вот так. О, хорошо пошло у тебя. Давай, вот так. Сюда добавляем, ребята, смотрите. Коричневый сахар. Припускаем. Снимай, пожалуйста, вот цедру отсюда. А тебе какие-то нужны красивые? Вот. Ну, не обязательно красивые. Две вот такие, две полоски цедры. Ну, они у нас туда. Для приправы, да. Все, хорошо. Ну, потому что апельсин всегда очень хорошо сочетается. Совсем. С камамбером. С клубникой, конечно. Мы же топпинг сделаем. Клубничный такой, да? Смотри. Все, кидай. Имбирь тоже сюда будем добавлять. Ну, нет, возьми просто, отрежь два кусочка. Большие, да, маленькие? Большие, да, потому что мы потом будем оттуда доставать. Да все, взбиваться не буду. Не, не взбиваться. Я хочу, чтобы ягодки оставались такие целиковые, знаешь? Он уже начал кипеть. И как он пахнет? От имбиря. Боже. И что ты хотел добавить? Мяту. Да, давай. Одну веточку. И пока он будет томиться, мы запанируем камамберт. Смотри, какая красота. Во-первых, это есть? Красиво. Все. Хорошо надо нагреть сковородку. И в этот случай масло не жалеем. Делаем такой мини-фритюр. Потому что камамбер, когда достанем, все равно мы его достанем на кухонное полотенце, промокнем. Ок. Ого, сколько масла. Это прям фритюр. Да, как фритюр, да. Слушай, может, мы его целиком за... Мы целиком будем его жарить. Целиком? Да, что ты не понял?
Конечно, ты Костя. Ты хочешь порезать? Не буду я его резать. В следующий раз мы его будем резать, но сейчас я его не буду. Это ты добавляешь сливки? Вот сюда добавляем. 20% сливки. Ну, сейчас возиться вот это резать. Не будем. Хорошо, давайте, поехали. Сыр один. Сыр один, чтобы не испортить, да, согласен. Вот раз. Так, обмакнем. Он сказал, помыли его. Помыли. Смотри, и давайте... Обычные сухари подойдут? Да, и надо вот хорошо его вот так... Контрапупить. Запечатать, да. С этим, конечно, придется чуть-чуть повозиться. Ну, но давай, поверьте, хорошо, что результат стоит того. Смотри. Запанировали наш сыр. Угу. О, сейчас будем жарить. И разошлись. Чего вы боитесь? Настюша? Да. И смотри, идеально сейчас уже подходит. Не подгорает. Не подгорает. Вот добавь, пожалуйста, вот этот кусочек вот сливочное масло, да. Большой такой? Да. У нас тут же молочко жирное. Ничего страшного. Вау. Как красиво. Да. Сыр идеально поджарилась. Давай кухонное полотенце. Ничего не говорят. Наш панированный камамбер готов. На какую тарелку будем подавать? Уже приготовили. Уже приготовили. Куда? Сюда. Я бы хотел его вот так. Посередине. И смотри, где там наш... Костя, остановись. Топпинг. Вот ваш топпинг. Что такое? Он уже отгрыз у тебя вон кусок. Смотри. Вот это вот так по кругу положим. Сейчас вытрем. Хотя, мне кажется, даже так красиво. Так, ну, хотелось бы. Это домашний крестьянский вариант. А знаешь, что мне хочется? А можно я еще сделаю полоску? Давай сделай. Но давай уже сделай. Такую, не зажаренную. И смотрит. Стал рядом с букетом, фотографируется. А вот смотри. Что? Вот столько? Давай столько. И куда ты хочешь ее? Вот да. Давай вот сюда, да? Где вот смотри, уже нарисовали на тарелочку. Пожалуйста, чуть-чуть перекрыли. Вау! И давайте чуть-чуть вот такую штучку сверху. Что у нас сегодня? Это амарант. Амарант. Видишь, как он? Красиво. Еще можно чуть больше, чтобы она больше было видно. Не разрезаем ничего, подаем в таком виде. Я думаю, да. Но мы сейчас, если хочешь, мы можем да. разрезать. Да. Давай. Да? Посмотрим, что происходит. О, да. Есть чуть-чуть. Красавчик. Так и хорошо, и не надо нам. Да. Давайте. Что? Ну что, приятного пробовать? Аппетита всем. Рецепт сыра камамбер в панировке с клубничным топпингом. Нарежьте крупно клубнику. Добавьте коричневый сахар, имбирь, мяту, цедру апельсина. Все ингредиенты переложите в сотейник и припустите на медленном огне. Добавьте сливочное масло, чтобы клубничный топпинг загустел. Взбейте яйца, добавьте сливки. Обмакните в эту смесь камамбер, затем обваляйте в панировочных сухарях. Поджарьте сыр на сковороде на горячем подсолнечном масле. Подавайте камамбер с клубничным топпингом. Украсьте микрогрином, цедрой апельсина и листиками мяты. Давай попробуем. Несите шампанское. Давайте. Давай. Что, я отрезаю, да? Да, да. Ты какой кусочек хочешь? Вот, вот такой. Можно больше даже. Хорошо. Смотри, вот так. Мы его не прокормим. Берем. Давай-то, Настя. И смотри, на. Ты бери и бери с клубничками, конечно. Вот так. Он нужен горячий? Ну, уже можно есть. Отдохну буквально пару минут. И давай, Настюша. Сейчас посмотрю, все, он язык не обожжет. Как он? Ну что? Пойдет? Угу. Давай, пробуй. Сейчас. Пока наши коллеги наслаждаются десертом. Это не горячая вообще штука. Вкусно? Боже. Может быть. Очень вкусно. Очень круто. Всем французам привет и приятного аппетита.